В Атырауской области наращивает мощности производства уникальных в своем роде камышитово-стружечных плит для строительства. Евразийский экономический союз открывает новые возможности для местных предпринимателей. Они заверяют, им есть что предложить даже самому взыскательному покупателю. Место для производства выбрано не случайно. Сырье, камыш в изобилии растет в поймах рек в Курмангазинском районе Атырауской области на самой границе с Российской Федерацией. Открыли завод 3 года назад и не прогадали. Камыш, как строительный материал, оценен по достоинству в разных странах. Прежде всего, благодаря надежности, прочности, экологической чистоте. Состав – камышитовая стружка и специальный клей. Последний пока что приобретается в России. В планах построить собственный завод по его производству. Сегодня здесь обкатывают новое оборудование. Совсем недавно завод пережил существенную модернизацию. В этом году оборудование на заводе полностью модернизировали. Благодаря этому производительность выросла более чем в 100 раз. Если раньше производительность составляла около 200 камышитово-стружечных плит в сутки, то сейчас, после полной автоматизации, этот показатель составляет 3000 штук. Для небольшого поселка, рядом с которым основано производство, завод стал решением проблемы безработицы. Весь персонал из местных рабочих. Для них обучение и хорошие перспективы карьерного роста. Подобные производства очень помогают в решении вопросов трудоустройства местного населения. К примеру, здесь уже работает 47 человек. Благодаря этому процент безработицы минимальный. Что касается рынка сбыта, то сейчас в основном товар отправляется по области и в соседние регионы Казахстана в перспективе освоения зарубежья. Очень большое будущее для себя мы видим в Евразийском экономическом союзе. Это огромные перспективы в плане освоения новых рынков сбыта нашей продукции. В первую очередь Россия, Беларусь и дальше другие страны зарубежья. На руку сельским предпринимателям играет и то, что отечественный рынок производит качественные стружечные плиты совсем в небольших объемах, а значит, развернуться на этом поле есть где. Тем более, что спрос на строительные материалы более чем высокий. Талгат Утигулов, Амантай Матенов, Атырауская область, Курмангазинский район.